Представьтесь. Здравствуйте, я Рима Беляева. Чем вы занимаетесь? В данный момент вот увлекаюсь танцами. А, ну я знаю, у вас есть крупный бизнес, вы молодец, вы создали его, долгое время поддерживали его в цветущем положении, поэтому в данный момент у вас не только танцы, у вас семья и крупный, хороший, налаженный бизнес, вот, и вы на пороге нового бизнеса, так? Я ничего не приврал? Вот. Ну, благодарю вас за скромность. Нам очень приятно для вас работать. А какая задача стояла перед вами, когда вы познакомились с нашей школой? Задача самая главная — изучить новый стиль танцевальный, потому что мой опыт был связан с народными танцами, с современными танцами, и вот хотелось получить знания о таких интересных танцевальных стилях, как бачата. Как именно решалась эта задача? Что вы делали? Узнала в Фейсбуке такого прекрасного тренера, как Роман Демидов, и заинтересовалась этим направлением танцевальным. А вот на самих занятиях что вы делали? Ой, на самих занятиях это, конечно, было совершенно откровение, потому что это совершенно новый стиль, новый подход к танцам. Во-первых, это парный танец, здесь очень много зависит от партнера, которому нужно всецело довериться, который ведет и строит танцевальный рисунок. Несмотря на это, женщина — это всегда украшение, и от того, как она, скажем, играет свою роль, наверное, зависит общее впечатление об этой паре. Ну, не наверное, а точно. А точно. Значит, довольны ли вы результатами сотрудничества? Очень довольна результатами и надеюсь, что это видно не только мне. Вот. Я знаю, у вас был только что экзамен, поэтому вы молодец, вы хорошо держитесь. Никакой отдышки, никакого правильного дыхания. Вот. Вы довольны результатами экзамена? Или можно было лучше? Очень довольна. А что вам больше всего понравилось? В танцах в целом? В сотрудничестве нашем. Опять-таки, это очень легкая подача материала, хотя материал достаточно сложный для восприятия, и еще раз повторюсь, это совершенно новый для меня стиль, поэтому вот это сочетание невероятной легкости и вдохновения, когда особенно идешь на тренировку или идешь с тренировки еще с большим вдохновением, и хочется слушать эту музыку, хочется смотреть видео с такими известными танцорами в этом направлении. И это какое-то такое новое открытие и себя в том числе. А было ли что-то, что вам не понравилось? Нет, такого не припомню. Вы рекомендовали нашу школу уже другим своим друзьям и знакомым? Пока, честно говоря, никто не спрашивал, но если такой разговор состоится, то обязательно порекомендую. И ваши пожелания новичкам? Не бояться и приходить, пробовать себя, познавать этот прекрасный мир танцев. Он на самом деле бесконечен и абсолютно волшебный. Благодарю вас за искренний отзыв и до встречи на танцполе.